Доброго времени суток, уважаемые друзья в социальных сетях, дорогие мои подписчики творческой студии в Ютубе. Я сделал эту остановку, паузу, для того, чтобы записать для вас телевизионный сюжет. Остановил во время просмотра программы сегодня вечером из Останкино. Я не сомневаюсь, что все вы наверняка знаете о том, что 12 марта 2018 года умер великий артист Олег Павлович Табаков. Эта программа посвящена ему. Запишем и этот фрагмент, и я скажу, почему именно его мне хотелось записать для вас. Ты не была ученицей, а учеников у Олега Павловича, конечно, было невероятное количество. И давайте посмотрим, как он на них отзывался. Самое большое, что ты можешь оставить после себя, это вот ученики. Господь Бог в награду дал мне вас. Я не думаю, что много людей моей профессии могут вот испытывать эту радость, которую я, глядя на ваши успехи, все-таки иногда ощущаю, испытываю. Вот и все. Человек без детей или учитель без учеников, я не директивно, да, но думаю, что такой поворот событий делает людей несчастными. Я не видел счастливых людей без продолжения на земле. Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, вот в этот момент, вот в этом сегменте, слушая Олега Павловича Табакова, царствие ему небесное, я вспомнил, что почти точно так же говорил о своих учениках великий украинец Валерий Васильевич Лобановский, царствие ему небесное. Я приведу его слова. «Будьте все здоровы, благополучны. Ваш Дэви Аркадьев. 17 марта 2018 года, Филадельфия».